Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Не могу забеременеть, мама давит на меня. Мне 31 год, я 7 месяцев замужем, не могу забеременеть. Мама часто намекает, что я неполноценный, раз не могу родить. Говорит, что поздние дети — это плохо, потому что на своем примере в этом убедилась, раз я поздний ребенок. В первую очередь, здесь у нас отсутствует вопрос. То есть не совсем понятно, чего вы хотите, то есть вы вроде бы пожаловались на свою маму, да, вот, как бы, чего хотите от психологов, в данном случае непонятно. Значит, то, что вы не можете забеременеть, если мы уберем физиологические моменты, это, значит, невозможность расслабиться, отсутствие доверия с мужем, отсутствие чувства безопасности, вот. Тревога, тревожность. Что касается полноценности, то здесь история о принятии себя безусловной вне контекста рождения или нерождения детей. Как бы проверка вектора реализации, то есть насколько вы реализованы, насколько вы способны реализоваться, да? Вот, как вы реализовываетесь, реализовываетесь ли? Взаимоотношения с мамой, попытка оправдать ее ожидания от вас, обиды на нее, стремление что-то доказать. Обратите внимание, что у ребенка сейчас вы хотите не столько потому, что готовы стать родителям, сколько для того, чтобы доказать, что вы, полноценны. 7 месяцев, срок довольно небольшой, и, в общем-то, вам нужно определиться, а вы-то сами чего хотите? Вы сами хотите ребенка? Если да, то для чего? Я придерживаюсь позиции, что любое центрированное желание, связанное с человеком, представляет из себя замещение этого собственного желания. То есть, если я хочу ребенка, если я хочу семью, то я замещаю этим какое-то свое другое желание, потому что ни семью, ни ребенка конкретно человек не хочет. Он может почувствовать готовность стать родителем. Может. И все происходит само собой. Он может почувствовать готовность создать семью. И все происходит само собой. Когда я понимаю, что я хочу прожить человеком всю жизнь, я, как бы, условно говоря, делаю предложение человеку, да? Или не делаю, если там для меня это не имеет значения, вот. Но стать родителем — это означает, что я твердо стою на ногах, я делаю существенные шаги в сторону реализации, я готов продавать свой опыт. Ну, тот факт, что вы как бы косвенно сомневаетесь в своей полноценности, говорит о том, что опыт передавать вы не готовы. Какой опыт вы передадите своему ребенку? Что ему необходимо стать родителем до 30 лет. Ну, получается так. Вот. Поэтому вот очень важно разобраться в этих аспектах, которые я назвал. А вам определиться, какую задачу вы ставите перед психологом.
Это может быть задача по гармонизации отношений с мужем, это может быть задача по проработке взаимоотношений с мамой, это может быть задача по личностной коррекции. Может быть и то, и другое, и третье. Удачи вам, всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь.